Одессу ждет светопредставление. На небе прольется метеорный поток Персеиды, один из самых мощных звездопадов года. Его наибольшая активность с 17 июля по 24 августа. Пик же наступит в ночь на 13. Когда и как можно наблюдать яркое небесное произведение, расскажет Юлия Федорова. Вот так он выглядит. Вот это главный канал. Вот. А здесь вот происходит вспышка. Если мысленно продолжить следы метеоров этого потока в обратном направлении, то в результате все они сойдутся приблизительно в одной и той же точке на небе, недалеко от созвездия Персея. Отсюда и название потока. Персеиды – один из самых известных и мощных метеорных дождей. Все видели падающие звезды. Вот это они и есть. То есть это мелкие частички, которые влетают, пылевые, которые влетают в атмосферу Земли. Их размеры от микронных до максимум сантиметр. Вот. Они влетают со скоростью от 11,2 км в секунду до 72 км в секунду. Персеиды – главный метеорный поток года, настоящий поток-гигант. Его удобно наблюдать. Ночи в августе теплые, темные, как правило, ясные. В максимуме активности поток дает не менее 50 метеоров в час. Они яркие, быстрые и видны даже на городском небе. Персеиды можно наблюдать по всему небу. Что можно посоветовать обычному обывателю? Потратить 15-20, полчаса, сколько кто сможет, в месте, где нету засветки, встать и посмотреть на южную часть неба. Разумеется, на самом деле звезды с неба не падают. Метеоры – это очень мелкие твердые частички, вторгающиеся на большой скорости в атмосферу Земли и сгорающие от трения с молекулами воздуха. Одесские астрономы за потоком будут наблюдать с помощью старого проверенного телескопа Шмидта. Вот эта установка, она служит для того, чтобы следить за небом. Вот эта ось, она направлена на полярную. То есть в каждой точке Земли такой телескоп надо приспосабливать к местным условиям. Некий участок звездного неба постоянно находится у нас в кадре. В этом году пик активности Персеид ожидается в ночь на 13 августа. Вооружаться специальным оборудованием нет смысла. Метеорный поток надо наблюдать на большом участке неба, на открытой площадке. И лучше там, где не будут мешать посторонние блики и огни. Юлия Федорова, Валентин Мирза, 7 канал.